В округе продолжается празднование Дня Победы. 10 мая за одним столом собрались участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и представители Совета ветеранов. Торжественное угощение для них подготовили община мусульман муниципалитета и Татарский культурно-просветительный центр. Поздравить с праздником всех собравшихся приехали заместители главы администрации округа Пушкинский Артем Люхин и Елена Панькив, а также депутат окружного совета депутатов Тимур Апарин. Наш долг каждый день благодарить в первую очередь ветеранов, тех, кто вернулся с войны. Вы для нас все герои. Неважно, есть ли у вас ордена, медали или звания, каждый из вас, кого затронула эта страшная война, вернувшийся с войны или не вернувшийся, каждый из вас наши герои. И мы должны помнить и благодарить, несмотря ни на что. Для дорогих гостей, благодаря которым завоевана победа в 45-м, приготовили традиционное угощение. Это настоящая шурпа, узбекский плов и татарская выпечка. Еще одним подарком стала концертная программа. Открыл ее заслуженный работник культуры Республики Татарстан Наиля Дусметова. Выступали артисты татарского центра, а также еще коллективы из Москвы. Это творческая группа «Назгуль» и ансамбль «Мирас». Еще на празднике выступили ученики Красноармейской 4-й школы. Они читали стихи советского татарского поэта Мусы Джалиля. Были произведения как на военную, так и на другие темы. Читали стихотворения школьники на разных языках. Мы ежегодно принимаем участие в конкурсе. Этот конкурс, он московский, региональный, посвященный творчеству Мусы Джалиля. Ну, а в этом году у нас получился большой такой урожай. 3 первых места и остальные все, вот, кто участвует, вторые места заняли. На праздник пригласили около 200 человек. Так как все они не поместились бы в татарском центре, мероприятие решили провести в Чехане Рахмат в Пушкино. В конце праздника всем гостям раздали продуктовые наборы. Продуктовые наборы профинансировал наш уважаемый депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Тимур Ильдарович Апарин. Вот. Ну и также это угощение приготовили и профинансировали от имени нашей общины мусульман, от имени представителей Татарского культурно-просветительного центра. То есть все вместе вот приготовили это мероприятие. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.